Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня готовим очень вкусное блюдо венгерской кухни – венгерские пончики Туровфан. Рекламировать это блюдо нет надобности, они настолько вкусные, что разлетаются со стола за считанные секунды. Приступаем! Для этого блюда нам понадобится творог. Творог может быть любой жирности. У меня творог 0,5% жирности и 75% влажности. Разминаем лопаткой, далее добавляем 3 яйца. Если творог у вас слишком крупнозернистый, то советую его протереть через сито. Тогда пончики получатся более нежные. Все слегка перемешиваю лопаткой. Чем мне нравится это блюдо, это то, что готовить такое блюдо очень легко и просто, из простых ингредиентов, которые обычно всегда есть дома, а результат превосходный. Далее добавим сахар, соль, соду, ванильный экстракт, можно заменить ванильным сахаром. И все перемешиваю лопаткой. Долго перемешивать не нужно, только чтобы ингредиенты перемешались. Далее добавим лимонную цедру. Даже если вы не любите лимонную цедру в выпечке, здесь в этих пончиках она не ощущается, но придает свежести. Все перемешиваем снова лопаткой. Как вы видите, сода сделала свое дело и творог немного набух. Далее просеиваем муку и тоже добавляем к этой массе. Массу перемешиваем лопаткой до тех пор, пока мука полностью перемешается с другими ингредиентами. У нас должно получиться липкое тесто. Так как тесто у нас достаточно липкое, оно, естественно, липнет к ложке. Как сделать так, чтобы оно не липло к ложке? Очень просто. Макаем ложку в воду, полностью ее встряхиваем, чтобы ложка была мокрой, но с нее не капала. И затем берем столько теста, сколько нам нужно, и бросаем в масло. Масло нужно очень хорошо нагреть. Примерно нам понадобится 3 сантиметра масла. Все, конечно, зависит от размера посуды, которую вы используете. Если хотите использовать меньше масла, берите маленькую посуду. Масло нагреваем. И тогда убавляем огонь чуть-чуть ниже среднего и бросаем кусочки теста масла. Обжариваем пончики с обеих сторон до золотистости. Жарятся они очень-очень быстро, поэтому следите, чтобы они не подгорели. Готовые пончики обязательно нужно выкладывать на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Эти пончики понравятся даже тем, кто не любит творог, потому что в самом тесте творог абсолютно не ощущается. Очень-очень вкусно. Готовые пончики посыпаем сахаром пудрой и наслаждаемся. Приятного всем аппетита! Готовьте только с удовольствием и с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится. Спасибо за ваши лайки, за комментарии, за то, что подписываетесь на канал, делитесь видео с друзьями в социальных сетях. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых видео. Всем пока-пока!